Много лет тому назад в одном из своих поместий жил старинный русский барин Кирилла Петрович Троекуров. Его богатство, знатный род и связи давали ему большой вес в губернии. Соседи были рады угождать малейшим его прихотям. Губернские чиновники трепетали при его имени. Кирилл Петрович принимал знаки подобострастия, как надлежащую тайну. Слушай, брат Андрей Гаврилович, коли в твоем Володьке будет путь, отдам за него Машу. Даром, что он гол, как сокол. Нет, Кирилл Петрович, мой Володька не жених Марии Кирилловне. Бедному дворянину лучше жениться на бедной дворяночке, да быть главою в доме, чем сделаться приказчиком избалованной бабенки. Тебе не нравится? Нет, псарня чудная. Вряд ли людям вашим житье такое, как вашим собакам. Вот что правда, то правда. И на мой дворянина не худо было променять свою усадьбу на любую здешнюю конуру. Ему было бы светлее и теплее. Куда же ты, Андрей Гаврилович? А на охоту? А? Я до тех пор не намерен ехать, пока не вышлите вы мне царя промошку один мой. Терпеть шутки от ваших холопцев я не намерен. А я от вас не терплю, потому что я не шут, а стоимый дворянин. Что, что? Да знаешь ли ты, с кем связываешься? Вот я ж его. Узнает, как идти на Троекурова. Ромошка! Рыжая бестья! Простите, барин! Барин, прощаю! У меня сосед есть. Мелкопоместный грубиян. Я хочу взять у него имение. Как ты про то думаешь? Ваше превосходительство, коли есть какие-нибудь документы или... Врешь, братец, как бишь тебя? Шабашки. Какие тебе документы? В том-то и сила, чтобы отнять имение без всякого права. Мудрено, ваше превосходительство. Вот если достать от соседа запись... Запись, запись. У него все бумаги сгорели. Как? Бумаги его сгорели? Ваше превосходительство, действуйте тогда по закону. И без сомнения получите совершенное удовольствие. Ты думаешь? Так. Ну, смотри. Да. Я полагаюсь на твое усердие. Ваш профессор. А в благодарности моей можешь быть уверен. Покорнейше благодарю, ваше происходительство. Покорнейше благодарю. Покорнейше благодарю.
Уездный суд, рассмотрев дело о неправильном владении гвардии поручиком Дубровским имением, принадлежащим его превосходительству генерал-аншефу Кириллу Петровичу, сыну Троекурова, полагает... Отобрав упомянутое имение 70 душами, землею и угодьями из неправильного владения гвардии поручика Дубровского, отдать в полное его превосходительство генерала-аншефа Кирилла Петровича Троекурова распоряжение. В случае согласия, извольте подписать ваше полное и совершенное удовольствие. Пишите ваше полное и совершенное удовольствие или явное неудовольствие. Пишите ваше полное и совершенное... Как? Не почитай церковь! Прочь хамово племя! Слыханное ли дело? Ваше превосходительство! Псани водят собак в церковь! Собаки! Собаки бегают по церкви! Я вас... Собаки! С приятелями, а долги не плачены. Что? От булочника приходили. Спасибо. От мясника приходили. Каналья. От портного приходили. Дурацкий рост. И от сапожника приходили. Жить о здоровье папеньки. Очень оно плохо. Приезжай ты к нам, соколик мой ясный. Слышно, отдают нас под начал Троекурову. Остаюсь твоя верная раба, нянька Арина Егоровна Бузарева. Thank you.
А правда, что Троекуров у нас имение отнимает? Не наше холопье дело разбирать барские воли. Зачем же вы встали с постели? На ногах не стоишь. А туда же норовишь, куда и люди. Что с вами, батюшка? Как же это все случилось? Ну, погоди, Дубровский тебе покажет. Он тебя научит. Батенька, поезжайте, привезите Андрея Гавриловича. Ты посмотри, посмотри, посмотри. Морда, морда. А уши, уши, порода. Весь моего полкана. Папенька, поезжайте. Скажите, что я соскучилась. Поеду. Поеду. Успокою старика. Это чей же такой будет? Здорово, дядя Архип. Они кого ли? Подойди к барину Кириллу Петровичу. Поклонись, спроси, что надобно. Да бегом! Ступай, положи барину. Рад ли он гостю? Превосходительство. Молодой барин приказали убираться, покуда вас не выгнали со двора. Ступай, старый пес со двора. Антон, Антон, за лекарем скорей. Барину плохо. Надобно лекаря. Батюшка скончался. Thank you.
решению земского суда отныне принадлежите вы Кириллу Петровичу Троекурову, коего лицо представляет здесь господин Шабаскин. Слушайтесь его во всем и исполняйте все то, что он прикажет. А вы, бабы, любите его и почитайте, а он до вас большой охотник. Позвольте узнать, что это значит. А это значит, что мы приехали сюда водить во владение Кириллу Петровича Троекурова. А иных прочих просить убираться вон по добру и по здорову. Вы могли бы, кажется, отнестись ко мне, прежде чем к моим крестьянам, и объявить помещику от решения от власти. А ты кто такой? А? Прежний помещик волею Божию обрез. А мы вас не знаем. И знать не хотим. Ваше благородие, это наш молодой барин Владимир Андреевич. Это кто еще там рот раскрыл? Какой такой молодой барин? Какой такой Владимир Андреевич? Ваш барин Кирилл Петрович Троекуров? Слышите вы? Волки! Как не так? А это что? Волк? Эй, староста! Сюда! На что надо было смотреть? Ребята! Дайте! Дайте! Что вы это? Вы губите и себя, и меня. Уступайте по дворам и оставьте меня в покое. Государь, милости, он нас не обидит. Мы все его дети. А как ему будет за нас заступиться, если вы станете бунтовать и разбойничать? Все мы Божии, государи. Вот уж приберет нас к рукам Кирилла Петрович. Где чего выходишь, Илюша? Мы решили, с вашего дозволения, остаться здесь ночевать, так как уже седьмой мужики могут напасть на нас по дороге. Делайте, что хотите. Я здесь уже не хозяин. У Троекурова и своим плохо приходится. А достанутся чужие, он с них шкуру сдерет. Гонят наших господ со двора. Эх! Всех бы разом, так и концы бы в воду. За нашего благодетеля его превосходительство генерала-шефа Кирилла Петровича. Ура!
Утром имел я угол и кусок хлеба. Завтра должен буду оставить дом, где я родился, где умер мой отец, виновнику его смерти и моей нищеты. Нет, нет, пускай же ему не достанется печальный дом, из которого он выгоняет меня. Архип. Владимир Андреевич, это вы? Что ты здесь притаился? А топор зачем? Как же без топора ночи ходить-то? Эк, они храпят окаянные. Всех бы разом. Не дело ты затеял. Засвети-ка фонарь. И ступай за мной. Чем вы не спите? Да сна ли нам? Тише. Поди, приведи сюда Егоровну. Да выведи из дома всех наших людей, чтоб ни одна душа в нем не оставалась. Кроме приказных. Принесли, барин, сено. Архип, отопри дверь в передней, я, кажется, их запер. Как бы не так. Отопри. Чего смеетесь, песенята? Божья тварь погибает, а вы радуетесь. Ну, пошли прочь! Мне здесь делать нечего.
поминайте лихом. Архип! Прощайте, Архип! А как же мы? И мы с тобой. Ладно. Идем. Идем. Разбойники и распространили ужас по всем окрестностям. Они грабили помещичьи дома и предавали их огню. О Дубровском рассказывали чудеса. Я всегда уважал вашего покойного батюшку. Не смей называть это имя! А не вы ли показали на суде, что Дубровский не по праву владеть Пестеневкой? Накормили, можно сказать, насытили. Спасибо. Да, ну и каша. Что, после троекуровских-то хлебов брюхо подвело, а? Ну, ты мне про троекуров не вспоминай. Я был своими руками. Ha 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 ha!
запорол. Забыл? Ребята, барин. Я столбовой дворянин, полковник партии, его императорского величества. Я вас слышал. Стыдитесь. Вы дворянин, гвардии поручик, заодно с этим сбродом. Взять! А то и твоим крестьям. Это мои друзья, с ними я навсегда связал свою жизнь. Пойдем, Володечка, с ними не наговоришься, целый день не ешь. Иди, 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 я сейчас, сейчас. Прикажите вашим халам уважать мундир, который я ношу. С уважением к мундиру господина полковника расстрелять. Удивлялись одному, что поместья Троекурова были пощажены. Троекуров торжествовал и при каждой вести о новом грабительстве Дубровского рассыпался в насмешках. А что, поймаете хоть вы Дубровского, господин исправник? Постараемся, ваше превосходительство. Постараемся. А правда, зачем и ловить его? Разбой Дубровского – благодать для исправника. Разъезды, следствие, подводы, а деньги в карман? Как такого благодетеля извести? Не правда ли, господин исправник? Сущая правда, ваше превосходительство. Люблю молодца за искренность. У меня в кармане приметы Владимира Дубровского. Ваше превосходительство. А, кстати, прочтите-ка, и мы послушаем. Не худо нам знать его приметы. Приметы Владимира Дубровского. Лицом чист, бороду бреет, глаза имеет карие, волосы русые, нос прямой. Особые приметы. Таковых не оказалось. И только... Ха, ай да бумага! Да у кого не русые волосы, да не карие глаза? Вон и седы форжа, карие глаза. Нечего сказать. Умные головушки, приказные. Ну, пойдемте. Разрешите откланяться. Куда же вы? Ловим Дубровского. Ах, этот Дубровский. Аллоумси.
совсем. Не струсил? Ей-богу, не струсил. Откуда у гувернера пистолет? А не удалось подшутить, Кирилл Петрович. Ничего делать. С твоим куром я должен расправиться сам. Ступай.
Поехали за барским добром! Заправляешь? Я управитель имения. Исполняю княжеские инструкции. А где ж твой князь? Его сиятельство, князь Вырейский, Лондон. За границ! Ну что ж, ребят, хороший у вас управитель. Отпустишь, что ли? А? Дубровской! Дубровской!
приказал. Заждались, барин. А первый кроется, убью на месте. Архип, Троекуров от меня не уйдет. Ну, барин, последний раз поверим. Назад, ребята! Не уйдет от нас Троекуров! Гром победы раздавался, веселится храбрый гул. Вранье! Вранье! Все приметы, ваше превосходительство. Братец, ужас-ка ты, знаешь, куда? Со своими приметами. Ну, как можно верить на слово Спицыну, трусу, лгуну? Он застращал меня пистолетом, взял клятву молчать. Ну что ж, учитель? Нигде не найти. Как сыскать его? Слушай. Месье де Форж. Я не француз де Форж. Я Дубровский. Не бойтесь. Вы не должны бояться этого имени. Я не могу здесь долей оставаться. Я расстаюсь с вами в сей же час. Думайте иногда о Дубровском. Знайте, что он рожден был для иного назначения, что душа его умела вас любить, что никогда... Простите меня за лук. Минута может погубить меня. Если когда-нибудь несчастье вас постигнет, обещаетесь ли вы не отвергнуть моей преданности? За вас отдал бы я жизнь. Обещаю. Опустите кольцо в дупло этого дуба. Я буду знать, что делать. Маша, не встретила ли ты месье де Форжа? Вообрази. Исправник приехал, чтобы схватить его. Он уверяет, что это сам Дубровский. Бледна, Маша, тебя перепугали. Что ж, учитель? Его сиятельство князь Верейский. А, миль пардон, моншер Розе. В Уайе у меня побывал ваш Ринальдо. Времал. Дубровский. В имении пахнет гарью, и я дюфе эссе полдал. Прошу приютить. Сочту за честь, любезный князь. Моя дочь. Прошло несколько времени. Много перемен произошло в семейном быту Кирилла Петровича. Сватовство князя Верейского не было уже тайной для соседства.
Я мог бы избавить вас от ненавистного человека. Соберитесь со всеми силами души. Умоляйте отца. Бросьтесь к его ногам. Бросьтесь к его ногам. Папенька! Папенька, не губите меня! Я не люблю князя. Я не хочу быть его женой. Это что значит? До сих пор ты молчала, а теперь вздумала капризничать? Не изволь дурачиться. Не губите меня, папенька. За что гоните меня от себя прочь? Вам без меня будет грустно, папенька. Не принуждайте меня. Все это вздор. Папенька. Завтра будет твоя свадьба. Завтра? Боже мой. Нет, это невозможно. Этому не быть. Если уж вы решились погубить меня, то я найду себе защитника. Что? Что, угрозы? Мне угрозы? Дерзкая девчонка. Посмотрим, кто будет этот защитник. Владимир Дубровский. Добро. Мон-женераль. Князь. Ну, дети, посидите, поворкуйте. Мадемуазель, мэ комплиман. Бонжур, мсье ле принс. Шармант, Мари. Кафе-фу. Вы взволнованы? Князь, откажитесь от меня. Я не имею к вам ни малейшей привязанности. Не губите мою молодость. Умоляю вас. Ну-ну-ну, ля птиц. Я не в силах подписать свой смертный приговор. Жаме де ма ви. Жаме. Карету! Карету!
свободны. Выходите. Что это значит? Кто ты такой? Это Дубровский. Маша. Я дала клятву. Князь мой муж. Я ждала вас. Теперь поздно. Дерзновенные разбои обратили внимание правительства. Посланы были войска, дабы взять Дубровского, живого или мертвого. Эй, ребята! Солдаты! Эй, на марш! Thank you.
Позвольте узнать, что это значит. А это значит, что мы приехали сюда водить во владение Кириллу Петровича Троекурова. Их против просить убираться вон по добру и по здорову. Вы могли бы, кажется, отнестись ко мне, прежде чем к моим крестьянам, и объявить помещику от решения от власти. А ты кто такой? А? Прежний помещик волею Божию обрез. А мы вас не знаем. И знать не хотим. Ваше благородие. Это наш молодой парень Владимир Андреевич. Это кто еще там рот раскрыл? Какой такой молодой барин? Какой такой Владимир Андреевич? Ваш барин Кирилл Петрович Троекуров? Слышите вы? Волки! Как не так? А это что? Волк? Эй, староста! Сюда! На что на него смотреть? Ребята! Что вы это? Вы губите и себя, и меня. Уступайте по дворам и оставьте меня в покое. Государь, милости, он нас не обидит. Мы все его дети. А как ему будет за нас заступиться, если вы станете бунтовать и разбойничать? Вступайте. Все мы Божии, государи. Вот уж приберет нас к рукам Кирилла Петровича. Где его будешь? Мы решили, с вашего дозволения, остаться здесь ночевать, так как уже темно, и мужики могут напасть на нас по дороге. Делайте, что хотите. Я здесь уже не хозяин. Oh,
явились разбойники и распространили ужас по всем окрестностям. Они грабили помещичьи дома и предавали их огню. О Дубровском рассказывали чудеса. Я всегда уважал вашего покойного батюшку. Не сметь называть это имя! А не вы ли показали на суде, что Дубровский не по праву владеть Чистеневкой? Заберись, помещика, в бомбой! Живя до пари, же сви аститита. Боже мой, же дышай тройкуро. Банщи? Же тройкуро. Пролетя. Сеньор тройкуро, сам колет, ma engagé en qualité de maître pour l'instruction de ses enfants. 3000 roubles par an. Ma vieille mère est malade. M'entendez? Écoutez! Je vous offre 10 000. Il ne me faut que votre absence et votre passeport. Mon absence et mon passeport? Votre passeport. Alors, je te dis... Тебе не нравится? Нет, псарня чудная. Вряд ли людям вашим житье такое, как вашим собакам. Вот что правда, то правда. И на мой дворянину не худо было променять свою усадьбу на любую здешнюю конуру. Ему было бы светлее и теплее. Куда же ты, Андрей Гаврилович? А на охоту? А? Я до тех пор не намерен ехать, пока не вышлите вы мне царя промушку подимный. Терпеть шутки от ваших холопцев я не намерен. А я от вас не терплю, потому что я не шут, а стоимый дворянин. Что, что? Да знаешь ли ты, с кем связываешься? Вот я ж его. Узнает, как идти на Троекурова. Ромошка! Рыжая бестья! Простите, барин! Барин, прокляну! У меня сосед есть.
мелкопоместный грубиян. Я хочу взять у него имение. Как ты про то думаешь? Ваше превосходительство, коли есть какие-нибудь документы или... Врешь, братец, как бишь тебя? Шабашки. Какие тебе документы? В том-то и сила, чтобы отнять имение без всякого права. Мудрено, ваше превосходительство. Вот если достать от соседа запись... Запись. У него все бумаги сгорели. Как? Бумаги его сгорели? Ваше превосходительство, действуйте тогда по закону. И без сомнения получите совершенное удовольствие. Ну, мужички, накормили. Можно сказать, насытили. Спасибо. Да. Ну и каша. Что? После троекуровских-то хлебов брюхо подвело, а? Ну, ты мне про троекуров не вспоминай. Я был своими руками. Мой дворянин, полковник партии, его императорского величества. Я вас слышал. Стыдитесь, вы дворянин, гвардии поручик, заодно с этим сродом. Взять? Опорить моих крестьян. Это мои друзья, с ними я навсегда связал свою жизнь. Пойдем, Володечка, с ними не наговоришься, целый день нет. Иди. Я сейчас. Прикажите вашим хамам уважать мундир, который я ношу. Из уважения к мундиру господина полковника расстрелять. Знаете, что он рожден был для иного назначения, что душа его умела вас любить, что никогда. Простите меня за лук, минута может погубить меня. Если когда-нибудь несчастье вас постигнет, обещаетесь ли вы не отвергнуть моей преданности? За вас отдал бы я жизнь. Обещаю. Опустите кольцо в дупло этого дуба. Я буду знать, что делать. Маша, не встретила ли ты месье де Форжа?
Вообрази. Исправник приехал, чтобы схватить его. Он уверяет, что это сам Дубровский. Ты бледна, Маша? Тебя перепугали. Что ж, учитель? Его сиятельство князь Верейский. А, миль пардон, мон шер Вуазен. Вуае, у меня побывал ваш Ринальдо. Времал, Дубровский. В имении пахнет гарью, и я дюфе эссе полдал. Прошу приютить. Сочту за честь, любезный князь. Моя дочь. Прошло несколько времени. Много перемен произошло в семейном быту Кирилла Петровича. Сватовство князя Верейского не было уже тайной для соседства. Я мог бы избавить вас от ненавистного человека. Я управитель имения. Исполняю княжеские инструкции. А где ж твой князь? Его сиятельство, князь Верейский, Лондон. За границ! Ну что ж, ребят, хороший у вас управитель. Отпустить, что ли? А? Русые волосы, да не карие глаза. Он и седы форжа, карие глаза. Нечего сказать. Умные головушки, приказные.
Ну, пойдемте. Разрешите откланяться. Куда же вы? Ловим Дубровского. Ах, этот Дубровский. Аломси. Каков молодец! Не струсил? Ей-богу, не струсил! Откуда у гувернера пистолет? А не удалось подшутить Кирилл Петрович. Неправильном владении гвардии поручиком Дубровским имением, принадлежащим его превосходительству генерал-аншефу Кириллу Петровичу, сыну Троекурова, полагает, отобрав упомянутое имение 70 душами, землею и угодьями из неправильного владения гвардии поручика Дубровского, отдать в полное его превосходительство генерала-аншефа Кирилла Петровича Троекурова распоряжение. В случае согласия, извольте подписать ваше полное и совершенное удовольствие. Пишите, ваше полное и совершенное удовольствие или явное неудовольствие. Пишите ваше полное и совершенное. Как? Не почитай церковь! Прочь хамово племя! Слыханное ли дело, ваше превосходительство? Псари водят собак в церковь. Собаки! Собаки бегают!
по церкви. Я вас собачу. 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 Час не добудешься. Все с приятелями, а долги не плачены. Что? От булочника приходили. Спасибо. От лесника приходили. Канали. Беда. Не научился ты мучил по-русски. Сергей. Но. Чего? Вообще. Ты не дальше. Что это? Передай ему, чтоб без меня не смел ничего делать. С твоим куром я должен расправиться сам. Ступай. Свободны. Выходите. Что это значит? Кто ты такой? Это Дубровская. Маша. Я дала клятву. Князь мой муж. Я ждала вас. Теперь поздно. Дерзновенные разбои обратили внимание правительства. Посланы были войска, дабы взять Дубровского, живого или мертвого.
Hey! Azar!
Подпишите. Ваше полное и совершенное удовольствие или явное неудовольствие? Пишите ваше полное и совершенное. Как? Не почитай церковь! Прочь хамово племя! Слыханное ли дело? Ваше превосходительство! Псари водят собак в церковь! Собаки! Собаки бегают по церкви! Я вас... Собаки! С приятелями, а долги не плачены. Что? От булочника приходили. Спасибо. От мясника приходили. Каналья. От портного приходили. Дурацкий рост. И от сапожника приходили. Замолвите слово вашему мужу, не будь так. Нет,
старая нянька решилась тебе доложить о здоровье папеньки. Архип, Троекуров от меня не уйдет. Но, барин, последний раз поверим. Назад, ребята! Не уйдет от нас Троекуров! Гром победы раздался, веселится храбрый аул. Вранье! Вранье! Все приметы ваши превосходительства. Братец, удайся-ка ты, знаешь, куда? Со своими приметами. Ну, как можно верить на слово Спицыну, трусу, лгуну? Взял меня пистолетом, взял клятву молчать. Ну что ж, учитель? Нигде не найтись. Как сыскать его? Слушай. Мсье де Форж. Я не француз де Форж. Я Дубровский. Не бойтесь, вы не должны бояться этого имени. Я не могу здесь долей оставаться. Я расстаюсь с вами в сей же час. Думайте иногда о Дубровском. Знайте, что он рожден был для иного назначения. Что душа его умела вас любить. Что никогда... Простите, меня зовут. Минута может погубить меня. Если когда-нибудь несчастье вас постигнет, обещаетесь ли вы не отвергнуть моей преданности? За вас отдал бы я жизнь. Обещали. Опустите кольцо в дупло этого дуба. Я буду знать, что... Я уже вас выгоню. Тот же шаман наш. Ветражами. Ледери. Ледери. Ничего делать. С твоим куром я должен расправиться сам. Ступайте.
помри. Я не могу дурнить. Пойдем. Пусти. Пусти. Эй, а ты кто? Помри. Решению земского суда отныне принадлежите вы Кириллу Петровичу Троекурову, коего лицо представляет здесь господин Шабаскин. Слушайтесь его во всем и исполняйте все то, что он прикажет. А вы, бабы, любите его. И почитайте, а он до вас большой охотник. Позвольте узнать, что это значит. А это значит, что мы приехали сюда водить во владение Кириллу Петровича Троекурова. Их прочих просить убираться вон по добру и по здорову. Вы могли бы, кажется, отнестись ко мне, прежде чем к моим крестьянам, и объявить помещику от решения от власти. А ты кто такой, а? Прежний помещик волею Божию обрез. А мы вас не знаем. И знать не хотим. Ваше благородие. Это наш молодой парень Владимир Андреевич. Это кто еще там рот раскрыл? Какой такой молодой парень? Какой такой Владимир Андреевич? Ваш парень Кирилл Петрович Троекуров? Слышите вы, волки? Как не так? А это что? Волк? Эй, староста, сюда! На что надо было смотреть? Ребята! Танчик!